как сделать ваше видео более интересным. Конечный результат. Привет, народ! Я Джей, и сегодня я решил поменять стиль моих видео. Некоторым не нравится объектив «Рыбий глаз». Простой способ снять видео — это направить камеру на объект и использовать только имеющийся свет. Но гораздо интереснее, когда мы можем контролировать свет и быть креативными. Как видите, так совсем скучно. Поэтому давайте немного поколдуем и посмотрим, улучшит ли это ситуацию. Включите софтбокс и вырубите домашнее освещение. И еще лучше будет с освещением фона. Это добавит глубины и цвета. Подберите самый подходящий объектив. 50 мм. 35 мм. Восемнадцать миллиметров. До. После. Надеюсь, вам понравилось. Можете смело поделиться. И не забывайте подписываться. Вернусь через 2 недели. Не унывайте, ребята. Всего вам. Пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин.